Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Ви збираєтесь у подорож, хочете відвідати іншу країну та набратись вражень, але не знаєте, які ж правила відвідин існують на сьогодні. Тож ми розкажемо вам і допоможемо розібратися з цим питанням разом з Оленою Савчук, директоркою провідної туристичної компанії, яка є у нашому місті. Отож, пані Олена знає точно, як та що зараз відбувається. Отож, на сьогодні які правила існують і чи багато туристів збираються таки у подорож? Адже ми розуміємо, що з настанням холодів і з такою ситуацією, яка продовжується з ковідною, таки, мабуть, є обмеження. Добрий день. На сьогоднішній день в зв'язку все-таки, як ми знаходимося в пандемии всемирной, есть определенные ограничения. Нам уже открыты границы, но не всех стран. И ограничения по каждой стране индивидуально существуют тоже. На сегодняшний день, если мы берем относительно стран, которые ближе к нам находятся и востребованы спросом широкого спектра туристов, это Египет и Турция. Если рассматривать эти страны, они имеют самый простой список документов для того, чтобы посетить их. В первую очередь надо уточнять всегда у туроператора в момент или турагента в момент бронирования, какие правила въезда в данную страну, которую вы хотите полететь. Если мы берем относительно Египта, на сегодняшний день правила в Египте достаточно простые. Вы можете посетить Египет, имея при себе загранпаспорт и плюс по ковиду, то, что именно по данной пандемии необходимо, либо не позже, чем за 72 часа до пересечения границы сдать ПЦР-тест, либо иметь сертификат вакцинации, который уже пройден, две вакцины уже сделаны и выдан на руки сертификат. И после второй вакцины у вас уже прошло 14 дней. Тогда он является действительным, его вы можете в распечатанном виде получить у своего семейного доктора, либо затянуть уже его в ДИЮ, сформировав уже QR-код, что упрощает вообще задачу, потому что для Египта нужен именно QR-код. Если вы летите с сертификатом, не пропускают они с бумажными носителями сертификатов от ковида. У них есть такое правило. Либо есть еще самый упрощенный вариант. Або, от вы сказали, что можно сдать просто тест. Це ПЦР. ПЦР, так? Де его проходить? Чи це країна вимагає на місці? Если это четко мы говорим о Египте, вы можете этот тест дать либо здесь, по месту, в лабораториях, которые выдадут вам его на двух языках, то есть на нашем державной мове и на английском языке. И там будут прописаны все ваши данные по паспорту и сформирован QR-код, либо штрих-код, это обязательное правило, живая печать и подпись доктора. То есть это любая может быть лаборатория, то есть это не обязательно какая-то, ну, именно прибольничная лаборатория, то есть может это быть и частная лаборатория, но надо уточнять нюансы, чтобы они именно четко давали международный ответ вам с вашим результатом, которым будет QR-код. Так, зрозуміло. А це ж все одно потрібно витримати час. Не так, щоб ви зробили там, не знаю, на початку время року, так, а поїхали. Четкое время. Не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы, если это Египет. Опять же, по Египту еще есть самое простое правило для пересечения. Можно сдать ПЦР-тест по прильоту уже в аэропорту. До речі, багато людей запитують, що ж саме будуть робити, і багатьох лякає. Да. Значит, ПЦР-тест – это тест, который берется мазок с носоглотки. То есть через нос, забор материала, никаких пробірочок, іголочок, нічого в цьому нет. Так, ну тобто це взагалі така елементарна процедура, яку обов'язково проходити так, щоб дізнатися. Ну не дуже комфортно, але тим не мені, да, це можливо, це упрощає, так же будуть брати в Єгипті. Звичайно. Тобто точно так же, да. Але ж для того, щоб пересвідчити, що все добре, мабуть, краще тут зробити, як ви думаєте? Значить, смотрите, на сьогоднішній день существует для любой страны, в которую вы едете, страховка от невыезда. И всем советуем туристам ее добавлять, да, она стоит определенные деньги, то есть смотря куда вы едете, вот, добавлять. Почему? Потому что в случае выявления до вылета у вас ковида, вам дается результат от вашей лаборатории, в которой вы сдали, и эта страховая покрывает ваши расходы и возвращает вам сумму за потраченный тур.
Вот, то есть, когда уже невозможно отказаться от тура, за 2 дня очень сложно как-то перепродать билеты или тур и так далее. Но в этом случае вам возвращает страховая компания, вы собираете документы, и это все компенсируется страховой компанией. Так, вот. Ну, це зрозуміло. З приводу Єгипту, ну, можливо, да. Стосується інших країн, але ми зараз розглядаємо найпоширеніші варіанти. Так, Єгипет, Турція і ще? Турція. По Турції жорстке правило ПЦР-тест. До вылета. В Турции сдать его невозможно. То есть только до вылета. То есть вы бронируете тур, вы обязаны четко до вылета тоже сдать не ранее, чем за 72 часа ПЦР-тест. Обязательно обратите внимание по Турции. Для каждой страны на сегодняшний день есть еще специальные анкеты, онлайн-анкеты, которые заполняются на английском языке и формируют QR-код, который разрешает страной вам пересечь границу. То есть отсутствие такой элементарной бумажки вам может испортить весь отдых. Вас просто не посадят на рейс или не выпустят в страну. Угу. Но это все одно. Ваш туроператор повинен розповісти оці всі правила. Да, вообще это каждый агент либо оператор должен вникнуть до момента вашего бронирования на правила сегодняшнего дня. Акцентирует сегодняшнего, потому что за ночь может все измениться. Мы же 13 марта тоже не знали, что у нас будет такой вот массовый коллапс. Поэтому в любом случае на сегодняшний день оператор проверяет или агент, проверяет правила въезда. Вас информирует, может, вам не понравятся эти правила, может, вы не захотите использовать или ехать именно таким образом. Может, вы выберете тогда другую страну. Но вас должны уведомить, иначе, в принципе, это очень сложно, и большая часть этих нюансов берет на себя все-таки агент, чтобы упростить отдых все-таки туристу. Ну, звичайно, так. Да. Людина все одно может самостоятельно чего-то не знать. Ну, это очень сложно. Это сложно найти каналы, на которых проверить актуальность информации. Сложно потом даже заполнить анкеты. Людям, которые с этим не сталкиваются, то есть, ну, это дискомфортно и немножко сложно. Угу. Тобто туроператор бере на себе відповідальність і проводить людину від початку бронювання, так, і вже до конца, до возврата. Потому что еще есть на нынешний период. Практически все авиакомпании чекин в аэропорту делают платный. То есть регистрацию на борт, там, где мы получаем талон, присвоенное наше место, он платный. Соответственно, для того, чтобы убрать вот эту вот услугу, мы тоже делаем сами регистрацию нашим пассажирам и сбрасываем посадочные талоны уже в Viber на посадку и туда, и обратно. Угу. Тобто все так делает теж большинство. Треба розуміти, так, і знати, это як, надо як предупреждать. Угу. Надо предупреждать, чтобы туристы на обратном пути обязательно у кого-то был включен телефон в Viber, иначе придется платить в аэропорту. Угу. Так, да. Ну це зрозуміло. Це двома країнами, мабуть, найпоширеніше місце. Если по другим странам, есть ряд стран, которые пускают нас без каких-либо документов, только заполнение какой-то формы для влета. Это, например, такая страна Доминикана, такая страна Мексика. В эти страны не надо ни ПЦР-тест, ни сертификаты. Но есть нюанс. Каждый турист на сегодняшний день должен понимать, на возврат в Украину, если у человека нет сертификата, нет хотя бы справки об одной прививке, он должен сидеть на самоизоляции, на карантине 14 дней. Угу. Если он не хочет сидеть, то есть он может сдать, опять же, в сертифицированных лабораториях, сдать ПЦР-тест, либо экспресс-тест, при котором он затянет результат дію и будет снят с карантина. Угу. Зрозуміло, да. Так. Тобто ще дві країни, які дозволяють... Да, эти страны полностью открыты. Угу. Если мы рассматриваем страны такую, как США, в США требуют, им все равно, что у вас есть сертификат, им надо и сертификат в обязательном порядке, и ПЦР-тест свежий для пересечения. То есть это все хорошо, что мы, но они проверяют, потому что все-таки вакцина – это хорошо, но все равно человек может заболеть какой-то другой формой, и они хотят, чтобы все летали здоровыми. Угу. По Европе, если рассматривать Европу, все равно надо актуально, четко проверять на даты вылета, какая информация, потому что на сегодняшний день в Европу нам надо влетать в любом случае в ряд стран с ПЦР-тестом практически во все, кроме Испании, с заполнением онлайн-анкеты и
в некоторых случаях еще с сертификатом. Угу. Вот, это обязательное требование, иначе они требуют карантин. Если мы влетаем, например, в такую страну, как Италия, и у нас нет сертификата, только ПЦР-тест, мы должны пробыть на карантине, сдать повторный ПЦР-тест, и тогда только мы можем путешествовать по этой стране. Угу. Так, ну, если, например, что-то непередбачуване трапляється в іншій країні, от ви, наприклад, приїхали, прилетіли, да, і захворіли, так? Да. Що тоді? Чи є гарантії того, що вам продовжиться відпочинок, да, що ви зможете там пролікуватися? Як саме з цим питанням? В этом случае, когда вы покупаете тур, туром проще, потому что в тур уже обязательно входит страховка, которая покрывает расходы медицинские, плюс покрытие на COVID-19, лечение, и потом после выздоровления, то есть вы проживаете в отеле, вас изолируют, то есть вам делают ПЦР-тесты, смотря какая форма, если легкая, то есть вас изолируют в отеле, вы там проживаете, вам компенсируют страховая обратный билет, и вы летите домой. То есть вас там кормят, поют, все, все как надо, только вас не выпускают в коридор даже. Угу. Вот, если это мы относительно, если покупки авиабилетов, каждый пассажир и турист должен понимать, что по закону Украины и по закону любой другой страны перед вылетом должен иметься билет туда-обратно человек и обязательно страховку. И в сегодняшнем дне, на весь период проживания там всего, и на сегодняшний день обязательно с покрытием COVID-19. Угу. То есть и тогда ваше лечение, пребывание берет на себя страховая компания. Вы звоните, фиксируете страховой случай, и дальше полностью все покрывает страховая компания. То есть и вы безопасно и дешево лечитесь, угу, за границей и не боитесь того, как вы попадете обратно домой. Так, а ця страховка, вона дуже дороговартісна, чи, чи варто її все ж робити, на ваш погляд? Ну, її не варто, а необхідно, тому що без неї, угу, мають право вас не випустити, не впустити. Тобто тут вибір небольшой. Ні, я маю на увазі, що зараз в цю страховку входить вже все. На сьогоднішній день COVID-19 входить в любую страховку, яку, угу, ви робите. Вот, то есть її є різне просто покриття. Покрытие на сумму вашего лечения, например, то есть это может быть от 15 тысяч евро, если это Европа, 30, 50, 100, это ваше личное желание. Стоимость ее, если относительно туров, это сущие копейки, угу, потому что если это, ну, я вам пример приведу, на 7 дней, если это Турция, эта стоимость будет в районе 200 гривен, угу, то есть на... Ну, звичайно, если треба, вы понимаете, звичайно, что в любом случае это, во-первых, вам необходимо, а во-вторых, ну, в жизни бывает все, и у наших туристов бывало все, и это необходимость. Так, звичайно. Пані Олено, а цього року вже можна зробити результати, да, з приводу такого туристичного сезон року, який стався, сезон, да, і він пройшов успішно, вдало, да, багато людей змогли таки відвідати інші країни, відпочити, це вже, можна сказати, що сталося. Продовжуємо. Продовжуються тури, продовжується відпочинок. Звичайно, ми боїмося, всі хвилюємось, як же ми цю зиму переживемо. А на ваш погляд, от як зараз, вже трошки адаптувалися люди, так люди, вже розуміють? В сравненні, що... якщо ми беремо з 20-м роком, коли це все пройшло і стало от реально каким-то ужасом, яке пугало всіх, ну, і з моменту відкриття, якщо ми сравнюємо прошлое лето і це лето, звісно, людей почало їхати намного більше, тому що люди устали. Люди устали боятися, люди устали як-то держатися, вот, не знаємо, що буде завтра. И второе, как бы все начали спокойно, потому что очень многие начали прививаться. Они как-то более спокойно реагируют на то, что происходит вокруг. Многие переболели. Кстати, справка о том, что вы переболели за последние полгода, она тоже действительно для пересечения границ очень многих. И тогда не надо ни ПЦР, ни сертификат. Угу. Вот, это тоже такой нюанс. Он недавно просто появился в некоторых странах. Поэтому в этом году поток туриста достаточно большой. Если сравниваем с прошлым годом, то это в 3-4 раза больше. Угу. Вот. Ну, люди хотят ехать отдыхать. Звичайно, пані Олено. Ви рекомендуєте зараз відпочивати? І які країни, на ваш погляд, краще би обрати? Ну, конечно, рекомендую отдыхать, но всегда при выборе страны надо обязательно смотреть, ну, не только на стоимость, но, опять же, погодные условия, качество отелей, питание, как на сегодняшний день подходит страна к безопасности относительно в самом отеле, относительно мероприятий COVID-19. То есть, чтобы было максимально сделано
персонал, маски, халаты, перчатки. То есть вот минимальные меры предосторожности, которые санитайзеры везде. То есть это очень важно. Поэтому я советую, но каждый из нас должен нести ответственность сам за себя. То есть если человек имеет две вакцины уже, то есть он более свободно и безопасно передвигается по всем странам. Вот. Какие страны? Ну, на сегодняшний день мы в основном, это там, где тепло. Тепло у нас еще осталось пока в Турции. У нас гарантировано тепло в Египте, в Эмиратах, Доминикана. Ну, а там уже то, що бажають. Угу. Да. Є широкий вибір, так, і добре, що все ж він не завершується, так. Хоча, знаєте, може змінитись все, дійсно, ніхто не очікує якихось таких ситуацій, але ж ми вже пережили. Так, ми вже пережили, ми вже трошки готові вже до того, що може бути. Тому, справді, кожен з нас має можливість обирати. І якщо не буде, як поїхати в іншу країну, то можна знайти відпочинок і в Україні. До речі, теж є багато вже можливостей на сьогоднішній день, і туризм в Україні також розвивається. Розвивається горнолижні курорти, ті, хто у нас великий сегмент туриста, які люблять іменно горнолижні. И так как в Европу нам пока было невозможно поехать, то, конечно, развиваются, очень ярко развиваются курорты Украины горнолыжные. Людям нравится, достаточно все цивилизовано, очень красиво, ухоженно. То есть можно ехать спокойно и отдыхать и в Украине. Опять же, в Украине тоже есть, надо уточнять, ряд отелей и курортов, которые требуют за сутки до заселения прислать свежий ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации. Угу. Це требування для того, щоб було безпечно остальним людям. Пані Олено, я вам дуже дякую, що так змогли роз'яснити, розказати і дати нам можливість зрозуміти, як діяти на сьогоднішній день. Так? Звичайно, ми всі розуміємо, що все може змінитись, але хоча б на сьогодні ми розуміємо, що є ось такі вимоги. Спочатку це треба виконати, ну а тоді вже планувати собі подорож, відпочинок туди, куди нам захочеться. Тож, хочеться всім побажати гарного відпочинку, якщо ви плануєте його, звичайно, зробити, так? Ну, а якщо ні, то готуватися і все одно його продовжувати. Я вам дякую, пані Олено, що прийшли до нашої студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.